Всем меч попал, сегодня мы продолжаем играть Undertale Pacifist. Итак, мы закончили нас тем, как делали задание по персу. Далее. Пойдем. Никогда не видел парня, работающего на двух работах. К счастью, две работы получают в два раза больше перерывов. Это крым, ты хочешь увидеть сам? Да. Своей работы. Ну что, пошли. Давай это короткий путь. Быстро срезали. Ха. Привет всем. Эй, Санс, привет, Санс. Привет, Санс. Привет, Санс. Сансик. Эй, Санс, что ты не зашкал? Есть, Дига несколько минут назад. Ты завтракал, по крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, подружишься с обитом. Потом устроимся поудобнее. Упс, смотри, куда садишься. Так, шутники могут подкладывать подушки и придушки. На уж. Давай что-нибудь закалим. Чё хочешь? Фрик. Эй, звучит вполне неплохо. Нам две порции картошки фри. Сейчас я скажу, что ты думаешь о моём брате? Крутой. А если же он крут? Сел в такой наряд каждый день. Делайте его только в случае крайней необходимости. Но, по крайней мере, он не кофе стирается. Я подразумеваю то, что он в нем моется. Логично. А вот и еда. Очень люблю. Бон покричит. Наконечники. Кетчуп. Кетчуп падает и весь кетчуп из бутылки поливается на вашу еду. Упс. Забудь об этом. Можешь взять мою порцию. Я все равно не поведен. Тут еще и крутой. Или нет? Но слышите, что папирус старается. Я потом, как он изо всех сил старается стать частью королевской стражи. Когда же он отправился к дому главы королевской стражи и умолял его, чтобы его приняли. Разумеется, он захлопнула дверь перед ним, потому что была. На следующий день проснулся тело, что он все еще ждет. Так поняв, что мне не передать, он решил взять его на воинское обучение. И оно и М все еще продолжается. Да, я хотел спросить тебя кое о чем. Ты когда-нибудь слышал о говорящих сосиске? Флавина. Соседний, да, слышал. Он пытается за тобой что-то хочет. Значит, ты все о них знаешь. Эхо святого. Они растут по всему болоту. Скажи мне что-либо, и они будут повторять это снова и снова. Что с ними? Ну, если так это сказал мне кое-что интересное. Да и никого нет рядом. Лезет стук и шепчет ему что-то. Лезет советы, поощрения, пророчества. Странно, да? Кто-то, наверное, заставляет, чтобы пошутить над ним. Найди его хорошо. Спасибо.
Что ж, это был долгий перерыв. Я не мог поверить, что дал тебе оторвать меня от работы так долго, надолго. Кстати, нет, Миша, больше здесь наш счет. Всего лишь ящ. Ребят, запиши это на мой счет. Кстати, я хотел сказать что-то, но я забыл. Так, конечно, конфликтов нет. Что это твоя еда? Наверное, уже отстыла. Так, свежим быть. Ну что, пошли. Идем. По водопаде мы идем. Давай потусуемся как-нибудь еще раз. Так. Клянусь, я видел что-то позади для чекущей воды. Позади, значит. Так, посмотрим. Сканал. Так, тихо. Ага. Заближит портная пачка. Есть ли вы это взять? Получили старую балетную пачку. Так, вещи. Трепетная пачка. Информация. Защита, написано, кто-то похоже. Что-то похоже на броню. Так, выше. Вы копировали старую балетную пачку. Так. А это вещи, что мы дано. Всем отлично. Ну ладно, хорошо. Ну шо ты, Вася? Зачем мне так ругаешь? Да. Нахрена я столько купил? Так, тихо. Прекрасно. Со своим жизненным счетом. Ага, ты действительно такой человек, из-за которого я вызвал тебя. А? Разрешился. Да, конечно, разрешался. Я с ним добрый с вами. Кто? Захотел ли я его? Ну, нет. Если ты сразу в конце и потерпел крах. Что? Ты собираешься изобразить человеческую душу сама? Тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли? Я понимаю. Помогу тебе всем, чем смогу. Thank you.
ничего не было. Йоу, ты видел, как она, типа, смотрела? Эту... Да закрыто. Так, завидую. Что-то я сделал такое, чтобы заплатишь ее внимание. Ага, погнали. Посмотрим, как она побьет плохих ребят. Теряйте решимости. Когда 4 готовых семьи бегут, вряд-то не расцветут. Сильнее, так как бы увеличивается. Только с мостов. И 30 минут. Вы провалили головоломку. То. Провалились головоломку, ты шоу. Так, еще туда. Поплыву.
тапочка. Тут так тебе принадлежит тапочка. Ну что, давай-ка... Да. Вообще-то тебе принадлежит тапочка. Понял. Вот бегну. Уже куча бедня. Понятно. Через почти 25 минут. Ты будешь. Ты будешь надеяться. Сердце твои желания исполнятся. Теперь все, что мы имеем, это светящиеся камни на руке. Так, когда желание? Еще люди в таком месте не могут ошибаться. Король это докажет. Ну давай. Тетрука, а когда есть желание? Желаю, чтобы моя сестра и я однажды видели звезды. Ах, кажется, мой гороскоп такой же, как и на прошлой неделе. Здесь телескоп, да. Так, проверь стену. Стенка, 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 что ты скажешь? Спершены древними письменами. Мы можем разобрать только следующий текст в анализе монстров. Зачем люди напали? Ведь им ничего не было. Бояться люди невероятно сильны. Мощь души всего одного человека. На помощь душам почти всех монстров. И сна, слабость. По иронии судьбы, это сила их души. Эта сила позволяет душе существовать не через такое тело, даже после смерти. Если мозг где человека, то он может пройти его душу. Может, с человеческой душой ужасное существо, чудовищество, непостижимой мощью. Это изображение странного существа. Сонок черта сонного тревожит. Погнали. Поносительно. Thank you.
придется, ты можешь. Здравствуйте, здравствуйте. И ушла к себе. Йоу, ты видел это? Да, я только что трогал меня. Я теперь не буду мыть лицо всю свою жизнь. Чувак, тебе не везет. Чтобы ты съел точку любви. Йо, не волнуйся, я уверен, мы ее снова увидим. Мы ее снова увидим. Может, не надо? Сержимостью. Мышка. Ты кусочек сыра находится здесь так давно, что образ магическими кристаллами. Он прилип к столу. Иск. Ну что, пошли дальше. Наверное, тут солнце. Я буду выключить. Мы с тобой знакомы, это бесплатно. Чё скажешь? Подожди, стоп. Да. Эй, чё? Санс, ты что, надул меня? Да. Не волнуйся. Я верну тебе деньги. Нормально. Так что там? Я перенес свой магазин. Тут до сих пор нет посетителей. Сейчас я придумал решение. Подарок карта. Каждый раз, когда покупаешь доброжное, ты получаешь, ты можешь взять карту из сундука. Если ты соберешь 3 карты, ты сможешь обменять их на бесплатные доброжелательные. Они точно заменят покупателей обратно. Доброжелательные. Теперь ты успеешь. Подержи вторую карту. Так, вещи... Поверх древних символов, то написано список из 20 новых вкусов. Ладненько. Так. Сундук. Пирог. Пока. Ну пока что. Вот только вот. Чё такое звезда? Ее потрогать. Можешь ли ты ее съесть? Ты можешь ты ее убить? Ты звезда? Нет, не звезда, шо. А ты хочешь? Ну, лодочка. Так.
услышите часть разговора. Так что, у тебя нет каких желаний для использования? Слышите часть разговора? Только одно, но она немного глупая. Так, что там? Балеток. Оставься. Теперь ты меня не сдались. Так, дальше у нас. Ишуа. Сунок. Привет, это папирус. Помнишь, когда я просил тебя в одежде? Вообще, там, говорю, что хотел знать. Ее мнение насчет тебя крайне убийственно. Я знал, что ты уже в курсе. Хорошо, уже ты знал об этом? Я рассказал ей, что ты сказал мне. Что ты? Нет. Блин, я блин, тапочка. Вот что я смог. Тоже. Только слишком странный был написан. Что? Идите, другой что? Да, что? Не сразумись. Кому ты без спасения? А кому? Я никому не врал. Я никому не предал. Весь Айрон накажет сильнее, так обоих увеличивается. Конкурс скалов. Вот, другу сильнее. Оп. Напрячься. Сильнее. Тихо. Напрячься. Я улетел. Мне говорит так, давай. Обещаю, что не буду сменяться. Так. Восьминый жилет. Сила, чтобы забрать их душ. Сила, которая страшается людьми. Заметил, что ты был здесь. Я Анион-сан. Анион-сан, слышишь? Нет, не слышу. Ты фотопати, ага. Здесь круто, ха. Тебе нравится, ха. Так и тоже. Но моя самая любимая. А ты тут живешь. Даже несмотря на то, что здесь становится мельче. Мне приходится сидеть тут все время, но... Эй, все хорошо, это лучше, чем переезжать в город и жить в переполненном аквариуме. Как сделали все мои друзья. Аквариум все равно переполнен, так что даже если бы мне захотелось, я... Хотя это нормально, слышишь? Да, все исправит, слышишь? Я выплыву отсюда из живого океана, слышишь? Стоишь. Эй, там, ты так из комнаты, еще увидимся, пришли кося. Фотопати.
На ПК. И все. Почему здесь меня так? Сильная капта скрывает великое сокровище. Навязчивая мелодия стараюсь. Отражается эхом в зале. Хотите поиграть? Прям уже их возьми и будет достаточно. Так. И это сила нет равных. Конечно, человек может убрать душу монстра. Ведь когда монстр погибает, его душа исчезает. Требуется невероятное. Силы, чтобы забрать душу живого монстра. Есть только одно исключение. Душа особого вида монстра, называемого монстр-босс. Душа монстр-боссов достаточно сильна, чтобы существовать после смерти. Лишь только несколько мгновений. Человек может платить такую душу, но это никогда не случилось. Никогда не случится, блять. Это золотая. У основной ее ног кажется суха. Просто здесь один. Ну, возьми. Здесь. Здесь один. Здесь. Так. Ты создан святой, да? Да. Привет. Вы тут гастроли. Я один бак. Так. Точка вверх. Точка вверх. Право. Точка вниз. Вниз вправо. Естественно, я забрала бесконечную шкатулку. Точка вверх. Право. Точка вниз. Вниз вправо. Так, далее. Здесь есть пианино. Сыграть? Да. Точка вверх, право. Точка вниз, вниз, право. Та-да-дам. Открыли. Это легендарный артефакт. Возьмите ли вы его это взять? Вы несете слишком много собак. What the fuck? Что за собак? Где это вы, пес? Информация. Третий пес. Пес маленький, милый пес. Он крепко спит. Ищи. Использовать. Вы выпустили собак. Ох, ты зараза. Собака-палка делает артефакт. Так, что там на... А что там будет написано? Ах, пропал наш артефактик. Да уж, хреново, конечно же. Хреново. Так. Здесь... Взяли зонт. Идем. Йоу, даже забыл зонт. Классно. Пошли. Идем. Подождик, идем. Чё, Хандайн такая крутая. Она колочит. Так и, ребят. Никогда не проигрывает. Если бы я был человеком, я бы мочился в кровать каждую ночь.
знаю, что она собирается купить мне, ха-ха. И то на ухе. Йоу. О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны участвовать к нему в мистер Дримор. Пожертвовал своими собственные цветы. Он пришел в школу с нашему классу об ответственности и всем таком. Что заставило меня задуматься? Чё, как бы было бы круто, если бы я пришла в школу. Она могла бы побить всех учителей. Ты шо? Не надо бить учителей. Учителя нормальные. Потому что она бы не стала бить учителей. Слишком круто, чтобы бить невиновных. Не виновных. Замок, замок, замок. Хорошо, пошли дальше. Так. Ну, что ж, нас ударим. Йоу, это выступ слишком высокий. Ты хочешь увидеть Анель, да? Берись на мои плечи. И продолжаю идти вперед. Мне нужно дам счет. Всегда на друге. Можно прийти. Пойти. Слушая безмятежные звуки, далекой музыкальной шкатулки, вы наполняетесь решимостью. Люди, напуганные нашей силой, перевели нам войну, так как была внезапной и беспощадной. Это побоище за натяжкой может было назвать войной. Объединившись, люди стали невероятно сильны в то время, как мы слишком слабы. Ни одна душа не была получена, и вообще все монстры были обречены в прах. Окей, наконец-то. Ну, что будет мясо? Видеозвук создался отсюда. Ох, топа. Верно? В порядке? Давай, совы. Вот, какое хорошее имя. Моё имя. Ну, всё. Имени, значит, не видать.
Так что у нас стрим идет. Так, ладно. В общем, мы стараемся узнать несколько торговых марок. Просто мусор. Боже, что водопад счет с потолка. Это пещера. Ну да, какой-нибудь мусор проплывает по нему. Падает бездомная пропасть. Наблюдая за этим бесконечным потоком бесполезного мусора, вы наполняетесь решимостью. Так. Лучше мусор вы... Узнать несколько других марок. Марки опять. Вот тут. Просто мусор. Других марок. Через свою руку нашел велосипед. Газон, хребет. Машин. Отчаяние. Нихуя себе звук. Просто мусор. Ты одностронный компьютер. Пуст внутри. Мусор. Это мини-холодильник. У него нет бренда. И выглядит он нетронутым. Замороженные земли еды. Растиден. Да. Теория паяк астронавта. Нафта. Морозильник пуст. Крюки от диска снимы. Края покрыты очевидными царапинами от когтей. Помойка. Повесить нет. Тремя глаза. Так, хорошо. Насе и что-то. Ха-ха. Слишком она пугает, чтобы сражаться со мной, да? Я призрак, живущий внутри манекена. Мой разумный тоже жил внутри манекена, пока не пришел ты. Они были такими стеснительными, чтобы я сынок и не в руинах. Не видели тебя и надеялись, что ты поговоришь с ними. Потому что ты вяжешь дружкой беседу, но нет, ты бежал, я разрушил их рукой бетонное сердце. Подло, че я как крыл, как настоящий, ты еще мог чувствовать сердца. Ущудить, лопай. Чуть-чуть. Помните, как я говорил, не, следите меня. Тоже.
просто на все ломит. Вас всех заменит. Ты услышишь мою личную мощь. Благодарю на проверенных людей. Робо, манекены. Я же сказал, блин. Еще раз. Кена, вы ужасные. Да вы ужасные, вы ужасные, вы ужасные. Кена, я так. Хорошо. Я сплошная. Это даже хуже, чем те. Плевать. Мне нужны ножки. У меня есть ножи. Мне кончить ножик. Это не имеет значения. Ты не можешь жать, я говорю тебе. Ты можешь просто со мной вечность. Вечность. Что это еще? А, где-то один дождь? Забудь. С меня хватит. Пока. Прости, я прервал вас, не так ли? Как только я прилетел, твой друг тут уже ушел. О нет, вы вроде как веселились. О нет, я просто хотел поздороваться. О нет. Ну, теперь я пойду домой. Ой, Эм, зайди как-нибудь, если ты хочешь. Да я не настаиваю. Я пойму, что ты занят. Все в порядке, не волнуйся. Просто хотелось предложить. Эй, мой дом здесь. На случай, если ты хочешь взглянуть. Или на случай, если не охочешь. Успокаивающую безмятежность выполнения решимости. Ух. Вот такая. Так, что там? Что-что-что? Такова жизнь. Не похоже на то, чтобы кто-то был дома. Шел. Прости, я не ждал до этого. Пустовато, но чувствую себя дома. О, ты голоден? Я могу тебе что-то поесть. Да, блядь, что-то бутерброд. Хочешь его попробовать? Да. Пытайтесь сходить к ключу, призрачку бутерброда. Вы... проходите сквозь снегу. Ох, забудьте об этом. Прохожу такой обед, я люблю лежать на полу, чувствую... Я чувствую себя мусором. Это семейная традиция. Хочешь, принеси ко мне. Хорошо, следуй моим указаниям. Вот мы и начали. Тебе нужно лежать так долго, сколько можешь. Может не двигаться. Ну, двигаешься только если хочешь встать, я полагаю. Так. Мозг затихает. Ч
что это был сервер. Благодарю тебя. Это мой телевизор. Там крутят шоу, сейчас смотрю временами. Это браузер со вкладкой форма обмена музыкой. Паутина. И флайер на распродажу выпечки. На этой этикетке сидит написано музыка для каникул. Подожди-ка. Да. Закрыто. Девушка, сейчас я работаю. То есть, я пожалуйста на семейную личную фирму. Ага, я единственный работник. Раньше было много работы, но она что-то нашла. Главный клиент пропал. Это же как это вот чувак приходит раз в месяц. Довольно такая. Это печенье, вам интересно, какова она на вкус. Ольтка улитка теперь предстоит долгий путь. Ольтка улитка далеко к горизонтам ускользнуть. Ольтка улитка вам наиулиточнейший Сэм Биуль. Давно подключил второй дом. Только подсчитывают долларовые банкроты. Хочешь поиграть в игру? Она называется Улит Кросс. Шкей участвует в гонке. И если желтая улитка победит, то ты выиграл. Иди себе, я хочу поскорее скорость игры. Хорошо, нажимай Z, чтобы все равно будет. Это все улитка. Готов? 2, 1. Сильно. Все давление, что победить, качаться достал я. Ох. Так. Поместье полков. Русской земле. Деревня. Тэпми. То ты мне лучший выбор. Я на... Я не помню. Говорить о себе. Я был тут очень много, потому что слишком долго. Жить историю. Очень легко, когда ты слаб столько всего пережил. Проблема. Чего? Ты не знаешь, что это? Чего сейчас столько детей учат в школе? Ага. Это треугольная руина. Где он нашел лицо монстров? Ха-ха. Начинает звонить, да? Царина король пушистик. Мастер рептильных названий. На самом деле, эта проблема ссылается на предание начинение учили на веках. И знали, что треугольник внизу, что мы монстры, а краток рок наверху что-то другое. Говорит, что это ангел из пророчества. Так, король. Король пушистик. Надраженный и беззаботный дядька. Ты здесь достаточно похитаешься,
Ты обязательно встретишь его. Он обожает гулять и болтать со всеми. Почему я его зовут? Тремора Пушистом? Пушистиком? Ах, это замечательная история. Я не помню ее. Да, если ты вернешься позднее, я ты наверняка вспомню. А Бадейн? Она? Да, она здесь местный герой. Пробиваясь, вижу прослал и решил все. Она сглавила крестную стражу. На самом деле она недавно сидела тут, а своя авто, то поможет тебе. Решил уже расстроить тебя. Хибик поручий. И нам год рассказаться, ва-ха-ха. Пророчество. Вот да, пророчество. Конец есть что, ангел, повидавший поверхность, сидит с высот и судит нас. В течение времени народ стал не смотреть на вещи. Называя этот крылатый круг ангелом смерти. Ревестник компрошений, который хочет судить нас от этого мира. Так, по мне, когда я смотрю на прыжок, он просто кажется мне он просто кажется мне аккуратным. Ха-ха. Будьте... Так. Будьте... Так. Надо мне что-то... Так она... Мы сожрали... Может мне дать что-то вам? Купить... Или что-то... Мы скучали... Избитые страшащиеся смерти мы стали на людскую смелость. Теперь из их величайших чертежей запечатали нас под землю с помощью заклинания. Что угодно может пройти через печать, не только сильной душой могут уйти. Это лишь один способ пройти это заклинание. Если огромная сила равна семи человеческим душам, то будет барьер. Он будет уничтожен. Так, ничего нет. Но это проклятое место не имеет выхода или выхода. Нет пути, откуда человек смог бы прийти. Он будет заключен здесь, внизу, навсегда. Вы чувствуете что-то, вы полны решительности. Мои муки, ведь корни не хотят разлуки. То есть, оторваться, пытаюсь убежать, но, увы, нет смысла продолжать. Я слышал, что окей, реклиент темп. Чё ок? Всё ок темп, понимаешь? Ок темп тоже атакирует на темп. Mm.
Я вижу себе аллергия. Что за вами следят? Тайми. Зато и тем очень изван ушел. Тем смотрит за яйцом. Яйцо вылупится. Тем гордый речи. Вот чёрт. Тихо.
Ищи. Здесь пущу. Так. Семь. Семь человек душ. Взял семи человек душ, наш король. Король Асгард Ремор. Совет Бога. С этой силой Асгард наконец-то сможет разрушить Риер, он наконец-то сберет поверхность. У людей отплатит им за боль и страдания, что мы пережили. Понимаешь, человек, даю тебе шанс на искупление. Отдай свою душу, я вырву тягость с тела. Отдай, я могу тебе отражаться. Йоу! Да тело-то, да прямо перед тобой, ты прямо в первом ряду на ее битве. Погодите, с кем это сражается? Эй, ты же не скажешь моим родителям об этом, да? Так, что? Ничего нету. Пойдем дальше. Я же говорю, если я назову свое желание, ты общаешься, что не будешь смеяться над мной. И что-то я не буду смеяться. Знаешь, я хочу залезть на горы, на которые заморованы, здесь под ним смотреть на мир вокруг. Такое мое желание. Мех, эй, как же обещание, не смеяться. Прости, просто это забавно, мне тоже такое желание. Однако это есть прячется ангел, избранный, кто видел поверхность. Он вернется в подземный мир. Пусть едет. Пусть едет, пусть едет. Йоу!
я знаю. Я не должен это быть сделать. Но я хочу встретить тебя кое-что. Чувак, я когда-то не спросил какой-либо об этом. Йоу, ты человек? Да? Ага. Чувак, я знал это. В смысле, я знал это сейчас, я имею в виду. Я сказал мне... держись подальше от этого человека. Так что, полагаю, это делает нас врагами или типа другого. Ты, кажется, типа, привык к тебе, ага. Йоу, скажешь что-нибудь обидное? Тебе мог делать тебе ненависть, пожалуйста. Нет. Йоу, что? Ты, то есть, я должен делать это... Была не была. Йоу, я тебя ненавижу. Чувак, я только придурок. Я, пожалуй, пойду домой. Йоу, постой, помоги, я вернулся. Йоу, чувак, если ты хочешь навредить моему другу, тебе сначала придется пройти через меня. Она ушла. Йоу, ты и правда спас мою шкуру. Только бы быть с врагами было бы удачной мыслью, ха-ха. Но кажется, вместо этого нам лучше стать друзьями. Чувак, мне и правда нужно домой. То, блин, то, что мои родители сильно беспокоятся обо мне. До встречи, чувак. Идем дальше. Дембельская душа и Крадгор станет бог. 6. Только мы уже собрали. Понимаешь? То, что и зимой день души, этот мир преобразуется. Однако сначала Женя тем, кто дал нам. Вот может зайти так далеко. Должно рассказать тебе историческую историю нашего народа. Это началось давным-давно. Нет. Знаешь что? Чё это всё? Вы должны всё сказать, иначе это старик. Ты же смеется. Блять, ты что-нибудь сейчас сам ничего не писать.
Нет, ты не можешь убежать. Не, ну сейчас база за кольцо. Не можешь. Ты же против меня. И секунду. Вы, короче, что? Я так слишком простые. Клиенты стали быстрее. Не понимаю, что значит это дом. Да я так слишком пустый, да это стали быстрее. Ну грязь мы считаем, а что все готовы. Короче, хотя да, что я так слишком пустый. Да это стали быстрее. Ты не сложный свет оказался в нашем пределах. Я тебя не сюда. Я сделаю. Надеюсь, хватит разбираться. Покеда. Не бежит меня. В этот раз. По правде горе. Надеюсь, что это может остаться. То. Может добраться до Асгора. И теперь сейчас это мое сердце. Что с кем живучим? Что? Кеда. Ты убежал от меня последний раз. Пощадите. Сейчас горело меня, что люди чистили. Сейчас. Восхинок. Вы сидите половину восхинок. Знаете, я здоровый. Прямо сейчас. Ух ты. Сидите, ха-ха. Сюда, ты, Маркет Стрэнкс. Бежать. Нас.
Вообще так. Понятно, еще. Ну, конечно, скажет. Кулер с водой. 5 секунд, да. 5 секунд с водой. Дай сюда из воды. Да. Где? Санс, ты чё меня не спас, а? Санс, ты чё? Жулька, Санс не спас. О, ты кто? О, как. Меня мучила жажда, так что я шел из водопадья, чтобы её утолить. Смотрите, с водой. Тебе это не поможет. Так, ну ладно. Да, спрятался под действительно тепло. Я тоже испарился. Ну, на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь, лайки, комментируйте, заспать мою группу ВКонтакте. Хотите ваши какие-то прохождения? Ставь колокольчик. Здравствуйте, друзья, мы об этом прохождении. У нас с вами был Ищик Блэй. Всем удачи, всем пока.